Доброго всем! Ну вот наступил очередной новый день и будет, конечно же, новая работа. Иду на рабочее место. Вчера в конце смены приступил к разборке и дефектовке ГБЦ Ford Transit 2 и 4. Сейчас гляну, на чем я вчера остановился. А остановился я на свече, ну да. Моторист не смог ее демонтировать и оставил эту проблему нам. Однако, чтобы приступить к работе с головкой и хотя бы ее там опрессовать, сперва нужно извлечь свечу, ведь она торчит над поверхностью ГБЦ и не даст опрессорщику произвести свою работу. Пробую покрутить свечку и понять, в чем причина и в чем трагедия. Оказалось, что свеча свободно вращается вокруг оси, и даже получается ее вращать вручную. Как видим, вращается корпус свечи вместе с резьбой. Это уже радует. Я как-то показывал, сколько приходится приложить усилий для демонтажа, если свеча обрывается по резьбе. Пробую выдернуть ее корпус. С усилием сдергивается верхняя шайба, и теперь вытягиваю сам корпус. Скорее всего, вместо свечи придется подогреть. Снимаю и удаляю сальники клапанов, которые также вчера не снял. Зову Виталия к себе в помощь. Он будет пробовать бороться с остатком свечи, точнее с ее носиком, который остался в этой самой головке. Естественно, для начала он удаляет, очищает сам носик свечки от нагара, от всяких отложений, чтобы носику ничего не мешало при выходе из головки. Обязательно побрызгает РВшки и с этой стороны, и изнутри. Выжидаем некоторое время, и Виталий пробует выдавить носик на холодную. Частенько это удается сделать без нагрева. Виталий берет выкладку диаметром немногим меньше диаметра носика свечи и приступает к извлечению. Казалось бы, носик немножечко пошел, но дальше никакого движения. Что ж, придется все-таки подогреть. Подогреваем головку в районе канала носика свечи. Греем головку всего лишь до 100 градусов, этого вполне достаточно. И после прогрева Виталий в выкладке повторяет свои манипуляции. А вот это черное место, это тот самый гудрон, который здесь собрался и который не давал как мотористам извлечь свечу, так и нам. А когда это место нагрели, гудрон размякс, стал текуч, и остатки свечи, хоть и с усилием, но получилось удалить. Но мы побороли свечку, побороли. А поборол ее вот наш. И побороть его поможет нам Никита Журнал, хочу все знать. А Виталий Владимирович, 48-го разряда. А у меня на этом все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и без аварийных вам поездок.